Добрый день, я Семенихин Алексей. На данный момент я студент 4-го курса Института бизнеса и дизайна, факультета управления бизнесом, направление менеджмент дизайн бизнесе. Дело в том, что с самого первого семестра я просто влюбился в брендинг, и благо нам институт позволил работать с крупным бизнесом, таким как Blackstar Burger, Mojo, Hochland и другими. И даже в конце второго курса мы с командой выиграли в брифе от Сбера на конкурсе Young Mercury, после чего мне удалось поработать в первом в России нон-медиа агентстве Mosaic. Но потом я понял, что мне намного больше нравится работать с малым и средним бизнесом, потому что есть возможность коммуникации напрямую с создателем бизнеса, который горит своим делом и на самом деле создает какие-то уникальные, невероятные вещи, и он нуждается в качественной упаковке, чтобы донести аудиторию свою уникальность, свою ценность, и именно этим посредником я и выступаю. И после чего я решил создать свое маленькое агентство, которое называется Brandavia. И хочу с вами поделиться одним кейсом. Это бренд Гнездо, фудкорт в торговом центре Титан-Арена в городе Архангельск. Я все вспоминаю тот момент, когда мне позвонил клиент, сказал, что все, мы хотим открывать блинную на прекрасном месте, как раз все там закрываются многие конкуренты, у них горят глаза, они хотят, чтобы это был какой-то яркий, динамичный, современный, на молодую аудиторию бренд с юмором, и у меня сразу же вырисовалась картинка, после чего на протяжении буквально там 2 недель сложилась полная концепция. Было проведено исследование, изучены конкуренты, сформировано новое позиционирование, название бренда, и, конечно же, появились просто уникальные, яркие, интересные маскоты. Это 3 прекрасных персонажа — Персик, Киви и Валера, которые оживили этот бренд и внесли в него ту самую нотку юмора, которая так понравилась всей аудитории. Они стали основным элементом айдентики и, конечно же, основными героями моих любимых постеров, открыток, которые живут в социальных сетях, которые распечатаны для того, чтобы можно было их дарить на какие-то праздники, и которые действительно оживили этот бренд и зацепили нашу аудиторию. И, конечно же, было создано еще множество кейсов, но для меня всегда самым важным и ценным было понимание того, что у основателя бизнеса уже все есть для того, чтобы стать самым лучшим на рынке. И нужно просто взять его смыслы, взять его слова, которыми он описывает свой бренд, и просто действительно правильно упаковать, добавить еще маленьких фишечек, но которые на самом деле и так есть, их просто нужно найти, красиво оформить в дизайн, найти нужные слова для того, чтобы это все смогла оценить по достоинству их целевая аудитория. И буквально несколько месяцев назад я сделал небольшой ролик с описанием агентства, я там еще без усов, и так что вы можете заценить подход, почему называется агентство именно так. И если вам понравится, я очень буду рад видеть вас на нашем борту. Brandavia – агентство креативных коммуникаций. Для нас каждый проект – это полет, где для вас работает опытный экипаж, который помогает комфортно долететь до поставленных целей бизнеса. Для этого выберите один из 4 рейсов. Стратегия бренда, исследование и построение платформы, дизайн, разработка логотипа, подбор цветов, шрифтов и фирменных элементов, создание сайта и упаковка соцсетей, написание контент-плана, проведение фотосессий и верстка шаблонов для ведения. Но для начала пройдем разбор полетов. Запишитесь на первую встречу, где мы для вас проведем краткий аудит компании, предложим идеи развития бренда, сформулируем цели и план их реализации. Желаем хорошего полета!